Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы находимся в ЖК «Семейный». Квартира 53 квадратных метра. И у нас сегодня по плану приемка штукатурки. И мы сейчас будем акцентировать внимание на углах, на особенно вот как правильно делать приемку. Мы что делаем? Мы берем большое правило и сразу проверяем низ. Почему низ? Низ, потому что здесь будут стоять плинтуса. И проверяем верх обязательно. То есть, ну, я не буду лазить, но прорабы обязательно этим будут заниматься. Это всегда на контроле. Вверх, потому что будет потолочный багет набиваться и все это покажет. Дальше мы проверяем все углы, наружные, внутренние. Особенно, как бы сказать, ну, особое внимание все-таки это, конечно, кухня, однозначно. Ну и санузлы. Потому что приходит плиточник и говорит: да, тут что-то вот это не так, слой большой, давайте мне лишние деньги. Все. Поэтому, если мы приняли плохо, соответственно, мы получаем точно такой же результат. Что такое оконный профиль? Вот такая вот вещь, уникальная просто. Она самоклейка, и здесь присутствует очень важный элемент теплового коэффициента расширения. Что это значит? Давайте сейчас... Момент, мы сейчас все сделаем. Кот с ним вот здесь. Теперь срезаем осторожненько, отламываем. Нам его все равно отламывать, вот. Да, это все равно часть отламывается. Это я сейчас чуть-чуть наперед забегаю. Я специально его, да, ножи сейчас делают просто великолепные. Дальше, обратите внимание, сейчас именно вот эта часть, она с пластиком совмещается. И коэффициент теплового расширения, вот здесь трещины никогда не будет, потому что у нас пластик соприкасается с пластиком. И заполняется это все штукатуркой. То есть это очень важный момент. А, вот, покажи, вот Володя никогда не работал с этим профилем оконным. Во-первых, это очень удобно, практично. Во-вторых, раствор набивается в промежуток. Четко. И за счет того, что пенная основа между оконным примыканием и окном, за счет игры ветром, да, и получается трещина на откосе. Постоянно. А у нас их не будет, потому что у нас будет стоять профиль. А еще. Здесь есть очень серьезный момент. Я уже сказал, что про коэффициент теплового расширения, но откосы не будут пропеллером. То есть это такой же маяк. Здесь работали два штукатура и дорабатывают, две бригады. В общем, работа одного штукатура на 4 с плюсом. Есть мелкие погрешности, но они мелкие, поэтому они легко исправляемые. Вот. Вторая бригада штукатуров сейчас будет немножечко исправлять свои косячки. Вот. Так что работу одной бригады я считаю непринятой. Человек, когда нам доверяет, он ждет результата. Какие промежуточные варианты я делаю? Неинтересно ни заказчику, ни кому-то там. Здесь есть одна позиция, четкая. Мы должны дать людям то качество, которое они не получат в другой компании. Все. Этим все объясняется. И мы будем это. Мы потратим еще день, потратим еще два дня. Ничего страшного. Это все решаемо. Но зато мы дадим то, чего нет в других компаниях. И вы это уже прекрасно знаете. Так что, друзья, оставайтесь с нами. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Вы будете знать практически все о строительстве. Как принимать, как что делать, куда бежать, зачем. И если у вас есть такая возможность, можете писать у себя в ЖК в группах. Потому что многие из
из людей просто не знают о том, что, допустим, на том же ЖК семейном, на котором мы сейчас находимся, что мы здесь вообще работаем. Люди звонят и спрашивают, а вы работаете ли, а вот в группе написали там что-то. Вот, на самом деле нет, меня в этих группах нет, поэтому можете написать спокойно, что Реалстрой работает, все хорошо, заказывайте ремонт и получайте результаты. Все, я, в общем, говорю вам до свидания, всего доброго, пока-пока.